Сложнее всего найти работу выпускникам вузов и колледжей, а также бывшим осужденным. Ярмарки вакансий в ЭТРАУ стали регулярными и доказали свою актуальность. Хотя панацеи от безработицы их не назовешь, встреча в одном месте. Работодатели, соискатели, представители госорганов приносят свои плоды. Для тех, кто вакансию на ярмарке не нашел, предлагают временную общественную работу или краткосрочные курсы переобучения. В регионе не хватает инженеров, строителей и электриков. Сохраняется высокий спрос на разнорабочих, охранников, водителей и работников сферы услуг. С недавнего времени в ярмарке активное участие принимают и представители надзорных органов. Их задача – трудоустройство осужденных. Работодатели сами отказываются принимать осужденных с имеющей судимости. Также имеются факты, что сами осужденные отказываются. Это зависит от зарплаты. Многие предлагают работу с меньшим окладом, чем хотят сами осужденные. На сегодня есть трудовая практика, но даже после 6-месячной стажировки у выпускника нет гарантии, что он останется на предприятии. 75-80% из них приходят к нам обратно. Мы предлагаем вернуться к практике советских времен, когда в течение 3 лет после получения диплома выпускнику гарантировалась постоянная работа.